Друзья, всем привет! Сегодня у меня на обзоре рычажный тренажер «Жим от груди сидя» от компании «Ультраджим». Итак, большая мощная железная рама, широкий упор, на который удобно поместиться моя широкая спина, широкая скамейка, где можно удобно сесть, и ты не соскользнешь. Можно отрегулировать ее по высоте, поднять низ или вверх, в зависимости от вашего роста. Так, занимаю исходное положение, прогибаю поясницу, прижимаюсь тазом и лопатками. Так, широкие ручки можно подальше, поближе привести. Плюс также ручки анатомические, очень удобно сжать этой стар-частью кистей. Итак, сел, занял исходное положение, вдох, на выдохе жму перед собой вверх, на вдохе возвращаюсь в исходное положение. Выдох, вдох, выдох, вдох. Как вы заметили, движение у меня идет по амплитуде вверх, то есть это правильное анатомическое положение, потому что, например, когда мы жмем штангу, мы же не жмем ее от себя под углом 90 градусов к корпусу, мы жмем ее чуть-чуть под наклоном такой, да. Здесь, соответственно, тоже начинаю с середины груди, а выжимаю ее в проекции на плечи. Здесь при этом максимально у меня прорабатывается вся грудная мышца.